Привет, это сингл. Продолжаем мы выживать Project Zomboid с модификацией 10 лет спустя. Я не помню, где мы там остановились в прошлой серии, если быть честным. Вот, так что сейчас вместе с вами будем смотреть, чем бы нам лучше таким интересным заняться. Можно было бы, конечно, заняться рыбалкой, либо же начать заниматься собирательством, но это меня сейчас мало интересует на самом деле. Просто потому, что у меня не качана механика. А причем она не качана от слова совсем. Так, вот единственное, что вот эти вот вещи надо повыкладывать. Там грибочки, всякие мальвы придорожды и так далее. Так, спрей для волос, фиалки, это мы потом съедим. Это будем вот сюда закидывать, это на зиму. Шиповник тоже, он не портится. Грибочки можно было бы сейчас съесть, но попозже. Так, острые камушки. Острые камушки отправляем вот сюда. Так, сверчки, слизняки, тараканчики, термитики и так далее. Это пойдет все на рыбалку. Не сейчас, но попозже. Гусеничка тоже. Так, грибочки надо доесть. Это нормальные грибочки. Ядовитые только надо выложить. Тряпки. Тряпки сюда отправляем. Так, и берем с собой. Что берем с собой? Домкрат берем. Крестовидный ключ один. Разводной ключик у меня есть. Шиномонтажный насос нужен еще. Шиномонтажный насосыч. Такс. Надо еще, кстати, посмотреть, что там вообще с фермой нашей. С нашей веселой фермой. Авось там что-то выросло, я и не увидел. Ну, капусту вот я вижу. Да, ее можно собрать, но подожду стадии, когда будет семена давать. Пока что неизвестно, когда это произойдет. Ну, это и ладно, как бы. Так, я... А, водички, водички, забыл водички набрать, и ядовитые грибасы забыл набрать. Увидел ферму и забыл все на свете. Так, это сюда. Так, компоста 43%, кстати, его можно будет в скором времени уже потихонечку набирать. Да-да. Так, грибочек давай кушай. Что у нас, кстати, там по весу? 83 килограмма, Миша, красавчик. Красавчик. А у нас воды вообще не осталось, что ли? О, вот это, конечно, интересно. Ну, значит, надо накипятить. По любасу это надо сделать. Пошли этим сейчас займемся по-быстренькому. Вот. Потому что водичка вещь нужная. Без нее нам никуда. Так, и тем более уже Мишаня очень сильно хочет пить. Так, набирай воду. Во все на свете. Куда ты там еще не набрал? Так. Короче, вот так вот надо по одному это все делать, потому что не может он прям скопом сразу все набрать. Во флягу тоже наберем, может быть, во фляге получится стерилизовать. Так. Рыбку сразу же кушай тоже. Так, бутылка с водой не для питья, нет, оттуда сливай. Это нам не пригодится. Так, давай пойти сюда. Такс, 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 такс. Вот это выделяем, сразу сюда отправляем. И вот это тоже. Так, давай разжигай. Все. Туши огонь. Флягу сразу же вешай. Добавить к бутылке. Так, и это добавить к фляге. Так, бутылку вешаем. Ну и забираем сейчас это все отсюда. Все, что влезет. И пошли. Положим на место это все дело. Так, 15:00, он хочет спать. Наверное, сейчас на базе какими-нибудь своими делами такими позанимаюсь. Так, это сюда. И это вот сюда тоже. Филешку кушай. Можно пойти попробовать собирательством немножко позаниматься. У нас все равно времени хватает для всего этого действия. Так, давай-ка я собирательством позанимаюсь. Включай фокус. Прошлый ран я скопом, получается, сколько там, я не помню, 8 или 9 серий записывал. Я уже в последней серии.
А для вас это предыдущая серия. Я там прям поплыл, но, наверное, было слышно и по голосу. А я потом, когда сидел, я же в этот же день еще сел это все и отмонтировал, и превьюшки сделал. Короче, все, я там чуть не плакал, если можно так сказать. Так, Миш, о, что-то ты нашел. Сороконожку забирай. Она нам тоже пригодится. Так, ну и собирательство до 8 уровня можно будет докачать. Хотя сонливость, наверное, не даст. Да, очень сильное влияние из-за сонливости. Ну, немножко пройдемся перед сном. Может, что-то интересного действительно найдем. Того, чего у нас нет. Кстати, что там по журналам? Рецепты. Вот у меня еще охотника третьего не хватает. Партизанского радио. Всего рыболов в США. Второй части у меня нет. Ну и все. А так, в общем-то, и все. Так у меня всего хватает. Я думал, что у меня больше журналов нет. Так, да, вот так вот у нас Мишаня выглядит с этими заплатками. Но все же заплатки вещь хорошая, потому что дают защиту. Какую-никакую, но защиту. Но я это показывал в прошлых сериях. Единственное, что еще на голову защиту не хватает надеть. А я, наверное, шлем этот выложил или... Да, не, я его... Давай наденем, все равно у нас тройка радиус поиска. Подобная верхняя, этот головной убор, он очень сильно на собирательство влияет. Такс. Ну, когда уже радиус и так тройка, то уже тут нечего даже и обсуждать на самом деле. Защита хорошая, как видите, только вот шея осталась свободная. По крайней мере, от царапин защита везде, кроме шеи, 50%. Но опять же, это надо искать шарфик. Надо найти шарфик и на шарфик... Опа, лучок. Можно будет салатик сделать. Это надо искать шарфик и на него кожаные тряпки вешать. Тогда там будет более-менее защита. Какой-то другой одежды, даже с Authentic Z, я не знаю, которая дает защиту у шеи. Может, вы мне там что-то подскажете. Хотя, с условием того, когда эта серия выйдет она, наверное, в конце января, наверное, получается. А спрашиваю это в начале января, как бы. Уже будет не актуально. Так, вот, женьшень хорошая вещь. Выносливость восстанавливать. Ее, кстати, может быть, мы и будем носить с собой. Она немножко выносливости дает, но это все же лучше, чем ничего. Так, ягодки забирай. Что-то так собирательство хорошенько пошло. Так, улиточка. Улиточку бери, Миш. Так, прочность у нас скоро будет 6-я. Вот это очень хорошо. Так, острые камушки все будем собирать. Можно, кстати, автомеханикой и здесь позаниматься. Может быть, я этим и займусь. Может быть. Давай еще тут немножко походим. Правда, опасно, как 17-20, непонятно, есть ли тут зомби или нет. Меня тут на перемотке сгрызут быстро. Ладно, кто не рискует, тот не играет в зомбоид, как говорится. Давай мы займемся этим. Мы этим займемся, а для вас это, наверное, будет все-таки в перемотке. Давайте увидимся с вами.
Так, ну и, собственно, вы сейчас видели в огромной перемотке, наверное. Я очень сильно перематывал. Перебрал я две машины. Единственное, что я с них забрал, с тяжелых вот этих, это тормоз 69 состояния у него, шина 86 состояния и капот 89 состояния там. Вполне себе такие неплохие запчасти, хочу я вам сказать. Вот, мы их отнесем на базу. Отнесем мы на базу. У меня, конечно, усталость лютая. 4 утра, всю ночь Миша перебирал это все дело. И видите, две тачки перебрал и даже не залутал третий уровень. Вот, я уже слышу зомбей. Я ее слышу, но я ее не вижу, как вы можете понять. И мне сейчас стало очень страшно в моменте. Прям ультра страшно. Вы даже не представляете, насколько. Я даже не понимаю, где я бегу особо. Прям, если признаться вам. Так, ну то, что это озеро, это понятно. Это и ежику понятно. Давай-ка мы его убьем. Вот этого товарища. Как же хорошо, что крита работает. Даже при ультраусталости. А, я вообще не туда ушел. Слушай, а я здесь же ходил. Я здесь ходил и причем много ходил. Эх, доведут меня зомби. До истерии. Так. Пойдем мы, наверное, сейчас поспим. Что-то сейчас за лаги были такие непонятные. Такс, я надеюсь, дома никого нет. Прям очень надеюсь. Качественная шина тип стандартный. От этого мы будем избавляться, потому что я буду только тяжелой техникой пользоваться. Так, это пока что скинем сюда. Потом что-нибудь придумаем. Какие-нибудь стеллажики там. Еще всякие штуки. Стеллажики придумаем для этого всего. Так, лук ешь. Ягоды пока свежие тоже кушай. Пока уже не хочешь, давай, Мишаня, иди ложись спать. Как проснешься, пойдем еще механикой позанимаемся. Потому что это нужный навык, который нужно прокачивать. Причем постоянно. Хотя бы до 5 уровня, а желательно вообще до 6, а там уже все будет как по маслу, считай. Так, опять я слышал выстрел. Так, ягоды, доедай, доедай. Филешка залежавшаяся, значит, ей пока что пользоваться не будем. Точнее, не то, что пользоваться, а кушать такое не будем. С едой у нас вроде бы как порядок. Так, ну это все пока что оставим у себя. Пойдем еще тачки поищем. Муж-то надо качать. Хотя их там особо искать и не надо. Если вот здесь немножко так пробежаться, вот в эту сторону. Там мы на дороге встретим еще машины, которые я благополучно постоянно оббегал по кругу. Через лес я, если что, сейчас специально пробежался. Вот эти вот. А, ну одна. Она хоть и одна, но все равно нужная. Так, и надо сейчас промониторить по кругу. Есть тут кто? Нет никого. Ну, я, если что, в случае чего, опять же говорю, увижу это все. Если тут придет ко мне кто-то. Такс. 2, 4, 5 и 4. Давай попробуем на примере. Да, я эту тачку не разбирал. Так, ну все, увидимся, значит, получается, с вами на перемотке. Так, только что я себе для себя обнаружил такую очень интересную вещь. Я честно вам признаюсь, я не особо всегда ковырялся в этих машинах, но я только что обнаружил то, что если перебирать обычные машины для них, там для успеха снятия либо
установки запчасти уровень меньше, чем в тяжелых. Так что будем искать мы именно что легкие, легкие машины изначально, и на них будем тренироваться. Потому что, ну, по-другому, ну как? По-другому никак. Увы и ах. Так, мы сейчас пробежимся домой. Вот. Что-то покушать может взять. Отсюда. Картошка еще не выросла, нет. Капуста, ну, еще не сезон. Брать урожай, потому что надо семена забрать. Вот, сейчас зайдем, наберем водички. Так, давай-ка. Вот эти два ведра с водой. Или подожди, или что там, с кастрюлек я набирал, да. Набирал с кастрюльки. Давай в бутылку эту воду. Пустую кастрюльку сюда. Так, и вот так. И вот так. Все, достаточно. Раз, два. Просто я в следующий раз, когда пойду заниматься автомеханикой, я, наверное, водички с собой просто возьму еще в инвентарь. Пускай она там висит. Висит, лежит. Хотя, опять же, найти бы фляжечку еще одну. Было бы вообще круче всего. Так, собственно, я еще хотел что посмотреть. Так, автомеханик у нас третий уровень, и там 39 опыта из 750. Надо будет машины 2, а то и 3. Лучше всего. Так, я сейчас спать не усну, наверное, да? Усну. Давай немножко подмотаем время до 12 ночи. А с утра не уже пойдем посмотрим, что с этого можно будет всего сделать. Очень прям самому интересно. Получится у меня, не получится у меня. Так. Кушать хочется, но не смертельно хочется, правильно? Так, вот стадия семян, капусты. Собираю. Ничего себе, Миша, ты там станцевал только что польку или что это? Что это было? Так, капусту ешь. Вот капуста пускай в инвентаре лежит. Мы ее сейчас будем хавать все это время. Так, там картошка у меня поболела. А лечить от чего там? От тли. Ну, вырастет и так. Хрен бы с ней. С этой тлей. Так, пошли. Я знаю еще, где машины есть. Эти я уже разбирал. Эту разбирал. И вот в эту сторону пробежаться. И там, по-моему, на перекрестке я видел тачки. Вот ими можно было бы заняться. Вот, вот эти вот. Вот ими можно было бы заняться. Давай займемся. И уже увидимся после перемотки с вами. Так, все, три машины. Не, я, кстати, ошибся. Три машины я перебрал. Одни, причем первые две не полные. 339 опыта только. Еще надо три машины будет где-то найти. Ну, пойдем уже мы, наверное, к фермам.
Пойдем мы уже, наверное, к фермам в таком случае. Либо же нет, не знаю. Не знаю. Давай, наверное, рыбку вот эту съедим. Там по калориям 700, а тут 800. И тут 800. И тут вообще 900. Надо эту рыбку успеть доесть, если получится. Тут два куска, пока она не испортилась. 6 часов, и она испортится. Миша, что у тебя там по весу? 83, толстеешь. Отлично. Отлично, очень хорошо. Так. Так, 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 так. Так, тут у меня тряпки. Тут больше ничего. Домкрат надо выложить. Аппаратно. Побежали мы на базу. Или не на базу. Не, наверное, лучше всего на базу. В таком случае. Да и сонливость как бы не мешала бы выспаться так нормально. Заодно и смотреть, наблюдать за этим, за фермой нашей. Потому что надолго сейчас отходить от базы не особо-то и хочется. Так, давай филешку еще ешь. Грустинка напала. Прочитаешь книжку, все будет в порядке. Не переживай. Давай пробежимся немножко на ускорении. Автомеханика трудно дается, конечно. Ну что ж поделать. Такова жизнь. Так, это морковка. Да, морковка выросла. Собирай. 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 Так, у меня так мало морковки было? Реально? Реально? Ну и ладно. 25. А капуста 178 калорий. Ага. Причем по весу они одинаково, что капуста, что морковка. Очень странная херня. Ну да ладно, опустим этот момент. Погнали, поспим. Так, через 5 часов испортится. Жалко, жалко выкидывать. Давай-ка подождем немножко, проголодается. Вот, вот так сделаем. Вот это и вот это вот сюда. Книжку я там хотел дочитать. Не дочитать, а почитать. Вот. Читай. Лично. 20.50. Давай немножко перемотаем время. Самую-самую-самую малость. До 12 ночи. Так, ложись, спи. Там уже гроза пошла. У-у-у, страшно. Так, просыпайся, Мишань, ты чё так долго спишь? Так, ну и, наверное, все на сегодня, потому что серия очень долгая по записи, а что там выйдет, какой финал на монтаже, я вообще даже не в курсе. Большое всем спасибо за просмотр, лайк, подписка, колокольчик, увидимся на стримах.